işler aldın. Sabık Xorazm viloyat hakim o'rinbosari 4,5 milyard so'm mol mulki bo'lgan xususiy korxonani bankrot qilish kerak deb buyruq bergan. Xo'sh, bu korxona nima sababdan attaylab va qanday qilib bankrotlikka uchratildi? Korxonaning 102 nafar ishchisi ishsiz qolgan. 4,5 milyard so'mlik mol mulki esa Agrobank balansiga o'tkazilgan va hozirgacha korxona 9 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayapti. Inson huquqlari oliy qadriyat hisoblangan yurtimizda afsuski chet el investorining haq-huquqlari poymol qilingan. Chet el investorining dodini kim eshitadi? Prezidentimiz sabr bilan aytganda tashkilotlar kalamushlak tarmashib olgan tadbirkorga. Egamberdi Jabborov Rossiya Federatsiyasi fuqarosi. Ular 2007 yilda Xorazm traktor ta'mirlash, Xorazm maxsus tuzatish ochiq aksionerlik jamiyatining barcha davlat ulushini sotib olib, 64% aksiyaga egalik qilganlar. Я Джабаров Игенберген Алимович, иностранный инвестор, гражданин Российской Федерации. В конце 2007 года я купил в Ташкентском бирже всю государственную долю акций и доли акций других акционеров. Всего 64% акций завода по ремонту сельхозтехники в городе Ургенче Хорезмской области Республики Узбекистан. В 2008 году, в феврале месяце, к нам на завод приходит некий Аллаберген Хакимов, ранее судимый. Говорит, я директор вашего завода. Мне назначен Хаким Хорезмской области. Я был удивлен. Говорю, дорогой мой человек, этот предприятие не имеет государственную долю. Предприятие является предприятием иностранной инвестиции. Органы государственной власти не имеют права вмешиваться наша хозяйственная деятельность. Потом начались угрозы на наш адрес. Заместитель Хакима Хорезмской области Усман Джумагелдиев говорит, Хаким вам, иностранцам, не даст спокойно работать. А другой Хаким, заместитель Хакима, Шакир Бекчанов, говорит, акции деген буду ряд, рахбарны без тайлаймыз. То есть, акции это ерунда, руководителя мы назначаем. Без нашего согласия был назначен директором завода А. Хакимов. Этот гражданин А. Хакимов нас, акционеров, вовши не пускал на территорию завода. Он организовал воровство на заводе, продавал налево-направо наше имущество. Без нашего согласия в сговоре с руководителями Агробанка Хорезмской области получил незаконно 350 миллионов сомов кредита на расчетный счет завода. Агробанк не имеет права выдать кредит наемному директору. А Хакимов это банковские кредитные деньги пересел на расчетный счет частным фирмам и обналичивал и положил все в карман. Нанес нам ущерб в особо крупном размере. O'zbekiston Respublikasining chet ellik investorlar huquqlarini kafolatlar va ularni himoya qilish choralari to'g'risidagi qonunining 11-chi moddasida davlat boshqaruv organlari, davlat hokimiyat mahalliy organlari chet ellik investorlarning xo'jalik faoliyatiga g'ayriqonuniy aralashgan, ularni huquqlarini kamsituvchi normativ hujjatlar qabul qilingan hollarda yetkazilgan zarar sud tartibida qoplanadi va mansabdor shaxslar belgilangan tartibda javob beradilar deb ko'rsatilgan. Из-за проблем, созданных директором Хакимовым, я был вынужден обратиться к местным властям, которые и назначили этого гражданина. На мое обращение заместитель Хакима Хорезмской области Джумагельдиев вызвал к себе председателя хозяйственного суда по Хорезмской области Хасанбаева, председателя Агробанка Ачилова, начальника налоговой инспекции города Ургенча Мачанова, начальника Хорезмского госкомимущества Бабаджанова, начальника антимонопольного комитета по Хорезмской области Абдуллаева, его заместителя Абидова. И дает прямое указание обанкротить и ликвидировать наш завод Хорезмской сельхозтехники. Lekin o'sha payt korxonani bankrot qilish va tugatishga asos bo'lmagan. Ammo shunday bo'lsa-da chet ellik investorlarning huquqlarini kamsituvchi normativ hujjatlar qabul qilingan, ya'ni korxonani bankrot qilish va tugatish to'g'risida qarorlar qabul qilingan. E'tibor bering. Xorazm viloyati hokim o'rinbosari ustav fondida davlat ulushi bo'lmasa ham bankrot qilish to'g'risida Urganch shahar soliq inspeksiyasiga Xorazm viloyat xo'jalik sudiga ariza kiritishni buyurgan. Holbuki ustav fondida davlat ulushi bo'lmagan korxonalarga davlat organlarining aralashishga haqqi yo'q edi. Shu topshiriqqa binoan
Urganch shahar davlat soliq inspeksiyasi Xorazm viloyat xo'jalik sudiga korxonani bankrot qilish to'g'risida ariza kiritgan. Xorazm viloyat xo'jalik sudi qaroriga va ajrimga asosan korxonada 555 million so'mlik olishi, ya'ni debitor qarzi, 716 million so'mlik ehtiyot qismlari va tayyor mahsulotlar bor deb ko'rsatilgan. Soliq inspeksiyasining ma'lumotiga ko'ra, korxonaning 139 million so'mlik qarzi, 47 million so'mlik pensiyasi, jami 186 million so'm qarzi bo'lgan. Bu vaziyatda nima sababdan bankrotlik holati qo'llanilgan? Axir O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 62-moddasida ko'rsatilgan. Soliqni majburiy undirish choralari debitorlar uzilishi lozim bo'lgan summalarga qaratish, to'lovchining mol-mulkiga qaratish deb ko'rsatilgan. Bankrotlik qonunining 4-moddasida esa bankrotlik alomatlari haqida yozilgan. Qarzdor pul majburiyati bo'yicha kreditorlar talabini qondirishga va majburiy to'lovlar bo'yicha o'z majburiyatini bajarishga qodir emasligi deb ko'rsatilgan. Qadrli tomoshabinlar, e'tibor bering. Korxonaning 555 million so'mlik debitor qarzi, 716 million so'mlik mol-mulki, jami 1 milliard 370 million so'm puli bo'la turib, yuqorida aytilgan qonun hujjatlariga ko'ra 186 million so'm qarzni to'lashga imkoniyati bor edi-ku. Bu vaziyat soxta bankrotlik emasmi? Это точно. Протоколы кредиторского собрания от 12 июня 2009 года указано, что якобы я, Эд Джабаров, участвовал на собраниях, даже выступал с речью. Это неправда. Я не участвовал, я в это время находился в Москве у себя дома. На основании этого фальсифицированного документа хозяин суд Хайзенской области принимает решение обанкротить нас. Kreditorlar yig'ilishining 2009 yil 17 noyabrdagi bayonnomasida shunday qaror qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning 40-10 sonli topshirig'iga binoan Xorazm maxsus tuzatish ochiq aksionerlik jamiyati auksion savdosidan olinsin va Xorazm viloyat Agrobank balansiga berilsin deb qaror qabul qilingan. Shu jinoiy qarorga asosan Xorazm viloyat xo'jalik sudining sudyasi Abrayev korxonaning 4,5 milliard so'm mol-mulkini 500 million so'm qarzi uchun Agrobank balansiga berish to'g'risida ajrim qabul qilgan. Я основной кредитор по дивидендам, владелец 64% акции. По закону о банкротстве Республики Узбекистан, статья 10, наш представитель должен был участвовать на этих собраниях. Но судебный управляющий Розметов отказал нам участие на собраниях кредиторов. Если бы я участвовал на собрании кредиторов от 17 декабря 2009 года, где вынесли решение, в котором говорится, по указанию президента Республики Узбекистан и Каримова номер 4010 снять с акционных торгов Хорезмский спецремонт и передать на баланс Агробанка. Я бы сказал, да ведь что? Вы же подумаете вашего президента, что подумают в других государствах, что президент Узбекистана грабит иностранных инвесторов? Порядок номер 4010 совсем о другом. Axir O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2008 yilgi 19 noyabrdagi 40-10 sonli farmoyishi iqtisodiy nochor korxonalarni tijorat banklariga auksion va tanlov savdosi sotish deb ko'rsatilgan. Korxona prezident topshirig'iga binoan auksion savdosidan olinsin, bank balansiga berilsin deb emas. Birinchidan, bu farmoyish ustav fondida davlat ulushi bo'lgan korxonalarga qo'llaniladi. Biz aytayotgan korxonada esa davlat ulushi bo'lmagan. Kreditor bank vakili prezident farmoyishini noto'g'ri sharhlab, aksiyadorlarga 4,5 milliard so'm miqdorida zarar yetkazgan. Судья Абраев qanday qilib bu jinoiy bayonnomaga asoslanib ajrim qabul qilgan? Iqtisodiy jinoyatga kim qo'l qo'yadi? Korrupsiyani boshlig'i qo'l qo'yadi. Korrupsiya qilgan odamlar qo'l qo'yadi iqtisodiy jinoyat. O'zbekiston Respublikasining chet ellik investorlar huquqlarini kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risidagi qonunining 2-moddasida va O'zbekiston Respublikasining chet ellik investorlar to'g'risidagi qonunining 4-moddasida chet ellik investor ishtirokidagi korxona xalqaro ommaviy huquq subyektlari bo'lgan xalqaro tashkilotlardir. Bunday tashkilotlarga xalqaro huquq prinsiplari qo'llaniladi deb ko'rsatilgan. Davlat ulushi bo'lmagan chet el investori ishtirokidagi korxonaga prezidentning 40-10 sonli farmoyishini qo'llashning o'zi bu vaziyatda noqonuniy bo'lgan. Ma'lumot o'rnini eslatib o'taman, 2018 yil 25 may kuni 40-10 sonli bu farmoyish prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bekor qilingan.
Yana bir qiziq holatga e'tiboringizni qarataman. Xorazm maxsus tuzatish ochiq aksionerlik jamiyatining 2009-yil 17-dekabrga Xorazm viloyat xo'jalik sudining ajrimi ustidan O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudiga kassatsiya shikoyati berilgan. Ertasi kuni, ya'ni 2009-yil 18-dekabr korxona davlat ro'yxatidan chiqarilganligini bahona qilib Oliy xo'jalik sudi rad javobini bergan. Bu ajab, chet el investor ishtirokidagi korxonaga apellyatsiya va kassatsiya shikoyatini berish uchun bir kun ham muhlat berishmagan. Мы обращались в Генеральную прокуратуру, Верховный хозяйственный суд и другие вышестоящие инстанции Республики Узбекистан сотнями жалобами и заявлениями безуспешно в течение 3 лет. 27 января 2018 года Генпрокуратурой Республики Узбекистан было поручено провести следствие по нашему делу. А прокуратура города Дюргенч, Харьковской области, приняла 4 решения об отказе в возбуждении уголовного дела. И 4 раза отменили это решение. Если отменили 4 раза, это не доказывает, что есть в этом деле преступление. Даже не нужно быть юристом, чтобы понять, 4,5 миллиарда завод отобрать за задолженность 500 миллионов сомов. Это есть преступление, грабеж. И это задолженности нам создали умышленно преступным путем. Hatto bu ishni chuqur o'rganish natijasida O'zbekiston savdo-sanoat palatasining ham 2018-yil 26-avgustda Bosh prokuraturaga bu ish yuzasidan protest kiritish to'g'risida iltimosnoma yuborgan. Очень надеемся на нового президента Республики Узбекистан Шавкат Мирамановича, так как он гарантировал защитить инвестиции иностранных инвесторов. Bu kurash bu. Kurashga tayyor odam, kurashgan odam yutadi.